Всем привет, дорогие друзья! И у нас на обзоре сегодня бренд Motten Rabbit, мотылек и кролик из Германии, с ароматом лобстер. Бренд 16 года, а линейка ароматов 19 года. Вот такой у нас тестер в руках. Обычно тестера идут пупырчатой пленки с фирменным скотчем ихним. Но пришла партия, и мы получили два вот таких вот тестера. Вот в таких упаковках. Обычно в товарной, в подарочной упаковке все это идет, дело идет в слюде. Но будем распаковывать и смотреть. Нишевой бренд немецкий с экспериментальной парфюмерией. Давайте смотреть, вот такой вот здесь заяц нарисован. Это ихний скотч тоже фирменный, такая наклейка. Если, в принципе, ее открыть, то уже не закрыть. Идет, когда в слюде, в подарочной упаковке, то сверху без вот этой бумаги. Может быть, следующая партия, может быть, будет в такой бумаге под слюдой. Хотя, кто его знает, ни одна фабрика, ни один бренд об этом не предупреждает. Просто вот это именно приехало как тестера. Давайте, поехали. Распаковка теста у нас идет. Все, уже все. Не упакуешь. Обычная крафтовая черная бумага. Вот здесь все в черном стиле, в черном дизайне. Лобстер. Motten Rabbit. Все их ароматы, вся линейка ароматов посвящена тому или иному фильму. Довольно-таки плотно сидит. Это я уже показывал в аромате Dolls. Ролик есть на YouTube. Смотрим, что у нас, да как внутри. И в принципе вот такой тестер, вот есть две, мы отправим кому-нибудь, кто закажет. Один из топ-ароматов это Dolls. Ролик есть у нас на канале. И также один из топов это Lobster. И парочку еще ихних ароматов пользуются. Хотя, когда в 2020 году завезли мы этот бренд в Россию, мы вообще не знали, пойдет он у нас, не пойдет, будет продаваться, не будет. Но, однако, первым стал распродаваться у нас именно Dolls и Lobster. И сейчас уже потихоньку в 2023 году набирают обороты и другие ароматы. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь брать. Вот нишевой бренд, но он не боится экспериментировать. Так можно сделать. Шик. Вот так вот выглядит это внутри все. Ну, довольно-таки стильно, приятно подарить. Похож, да, вот этот аромат у меня почему-то ассоциировался с Джон Уиком. Да, то есть не аромат, а сам дизайн, вернее. Такой же черный стиль, черный дизайн. Давайте смотреть. Аромат 19 года. Аромат посвящен фильму «Лобстер» режиссера Йоргоса Лантимоса. В общем, давайте поглядим поближе. Буквы матовые. Вот это все матовое. Все буквы со всех сторон просвечивают, вот вы видите. Очень классная задумка. Ну, и подделок данного бренда ароматов на нашем рынке, да и вообще, наверное, не существует и долгое время еще не будет существовать. Кстати, ценник в Бро Парфюм на Lobster, на Dolls 11500.
11500. Пора ввести промокод какой-нибудь. Вот, этот уже легче открывается. Почему-то в этом это потребовалось силы приложить. Не знаю, как девушки будет открывать. Ребята, не будь. Вот, кстати, Dolls, он цветочный такой, сладковатый. Вечерний, я бы сказал, аромат. Хотя носить можно куда угодно, да. Посмотрим, что здесь у нас. Что здесь? Ну, прекрасный тоже аромат. Посмотрим, что здесь, и затестим. Обычный черный колпачок. Ничего в нем такого нет. Здесь у нас все, как всегда, четенько. Все четенько. Хочу посмотреть, что у нас будет здесь. Здесь вот так все выглядит. Ну вот. И прекрасненько. Вот. Циферки. Вот потом мошенники покупают или смотрят видосы, чтобы не покупать. Начинают клепать, в общем. Ничего особенного, губка, но все очень довольно-таки очень четко сделано. Вот прям четенько все. Вот так вот. Что у нас идет во флаконе? Давайте зачитаем. Пажитник, анималистические ноты. Почва, мох, мира, арника, водные ноты, кедр, зеленые ноты, ципрол. Зеленые ноты. Вот, в принципе, все, что идет у нас в данном флаконе. И я подразумеваю, что это свежачок у нас. Относится к цветочно-зеленым ароматам. Давайте смотреть по отзывам. Очень и очень классный. У каждого восприятие свое. И каждый... У каждого человека аромат ассоциируется со своими какими-то внутренними сори, господа. О, ну это свежак, свежак. Кстати, ароматы бренда довольно-таки приятные, классные, тестируйте, выбирайте себе и дайте аромату раскрыться не в первые минуты, а дайте ему минут 15, полчаса раскрыться. Стойкость 4-5 часов точно, шлейфовость умеренная и, конечно, дозировка 3 пшика вполне достаточно, чтобы от вас исходил шлейф приятного звучания, можно так назвать. Ну, это вообще вот древесинка с дымкой очень приятная, классная на вечеринку в офис. Вообще вот топ. Вечеринка, офис, вне сезонник, так же как и Dolls вне сезонник, но Dolls заявлен еще и унисекс, но это чисто женским. А вот Lobster, это вот на самом деле... Весна, лето, в теплое время года топ, в прохладное время года немножечко по-другому будет раскрываться, но тоже интересно. Офис, вечеринка, встреча с друзьями, пожалуйста. Очень довольно-таки манящий, приятный аромат. В принципе, как и вся древесинка с дымкой, вот дают такое классное звучание. Вот, ну, знаете, прям на самом деле очень крутой, классный унисекс. Очень классный, крутой унисекс. Не знаю, что подарить, вот скоро 8 марта, можете задарить вот этот вот свежак. Либо, кто любит цветочные такие, немножечко потяжелее, то Dolls'ик подойдет. Ну и, в принципе, почитайте все ароматы бренда, выберите себе, и ценники разные. Я просто назвал ценник 11500, это на топ-ароматы. Интерзевой там чуть дешевле, Blow Up
тоже чуть дешевле. Нужно читать, смотреть, выбирать. В принципе, вот подарите на 8 марта, на 14 февраля. Экспериментируйте. Это те, кто любят, к примеру, такие ароматы, как маджанасин, как ну, в общем, что-то такое вечернее, цветочное. А это те, кто любит свежаки, любит древесину, дымку. Вот здесь вот все это имеется. Ну, очень классный. Я, пожалуй, его оставлю себе и никуда этот флакон не поедет. Кто тестировал, напишите. Это же интересно почитать вас тем, кто не тестировал, но хотят приобрести, чтобы у людей сложилась некая картина по данному аромату. В общем, вот так вот. 11500 в брошке. WhatsApp, Telegram под видео. Переходите, подписывайтесь на канал в Телеграме. Также пишите WhatsApp, бренд, аромат, объем. И, в принципе, вас ребята сориентируют там. Я его оставляю себе. Очень классный на теплое время года, вообще топ. Звучание шикарное. Также подписывайтесь на канал в Телеграме. Там тоже бывает много чего интересного. Бывает, там и есть много чего интересного. Также можете там комментировать, оставлять свое мнение о том или ином аромате, общаться. Ставьте лайки, не забывайте подписываться, комменты. Дизлайки тоже ставьте, тоже приносит пользу. Всем спасибо.